В школьной библиотеке по языкознанию прочитано уже все. Жаль, собственный труд пока не в толстом переплете, сетует Павел Замышляев. Зато история о курочке Рябе – вот она. Сказка стала первым произведением, переведенным на новый язык. Сначала я попробовал создать язык для интереса. Но затем он мне показался достаточно простым, интересным. И я все-таки понял, что скорее это вспомогательный язык международного общения. Для выхода на международный уровень все предпосылки, а именно простота в изучении. Язык лангва заимствует лексику английского, но значительно выигрывает у него в грамматике. Здесь всего 3 падежа и 10 суффиксов, ответственных за словообразование. При этом все слова получаются компактные. Например, слово «носелоразим» обозначает «не принадлежащий продавцам», то есть фактически 3 слова. Сегодня в языке порядка 500 слов. Одноклассники изобретателя уже знают их на зубок. Никто не заставлял, сами выучили. Учителя гадали, зачем, но теперь поняли. Они используют иногда язык в своем классе для того, чтобы учителя не всегда их понимали. Такой кодовый язык получился. Допустим, сидим на математике. Я говорю Паше, дай списать математику. Это будет на нашем языке геометри, геометрай. Вумана олде битол, битолегай, но брейкол. Для тех, кто еще не знает, мастер-класс от автора. Более масштабной популяризации должен помочь интернет и публикации в журналах. Уже есть предложение. Предвкушая научное будущее, уникальный школьник выучил еще латынь и китайский, выиграл ряд городских олимпиад и конкурс «Ученик года». Время дорого, поэтому быстро прощается, а задача в съемочную группу – трудностями перевода. Hello there, easy, ST, goodie. Анна Брановец, Владимир Наськин, Вести, Мордовия.